А потом опять на периметр. Это очень здорово. В защите крайне непросто смещаться. Ну и Карасев плюс ко всему реализовал. Жан-Шарль здесь. С дальней дистанции Георгий Жбанов. Есть еще Игорь Вокин, но вот он прям травмирован, но у него перелом пальца. И забрасывает его из-под кольца. 14-15. Минимальное преимущество ЦСКА, но при этом армейцы в атаке. Не очень хороший бросочек, что в последний момент как-то плечом добавляет Томас Эртель. Поэтому мяч без траектории летит, а это потому что там минимум у тебя возможности сохранить равновесие и мяч. Курбанов на площадке появился и почему... Причем ощущение, что вот он именно эту точку хочет пробить. Примерно в лоб, может быть, чуть левее от кольца. Бросает, бросает. Эртель. Но с другой не летит, не везет. Матч не провести. Вот тут ЦСКА 8 потерь за первую половину. Много. Ай, Жбанов по лицевой прошел и доставил мяч в передовую зону. И там уже спокойно в позиционном нападении ЦСКА пытаются организовать атаку. Все здорово, все идеально. 4 секунды до окончания третьей четверти. Уэйр на Жан-Шарле, тот в касании Антонову. И Антонов смотрел, смотрел. Жан-Шарль против Карлтона. После показа Жан-Шарль по большому счету 63-73. Ну, можно сказать, что защита «Зенита» сыграла сегодня не так. Джоан Морган от души. Курбанов. Уже 7 результативных передач. Жан-Шарль из-под кольца.